Друзья, добрый день. Мы находимся в Вашингтон, Д.С. Это округ Колумбия. Со мной Юрий Рашкин. Юрий Рашкин. Подписывайтесь на его канал по ссылочке в описании. Вы помните это место, естественно, все помнят во всем мире. 6 января. Здесь были люди, которые брали вот эту стену, лезли там, помните, на карачках. И интересное событие происходит сегодня, в нынешние дни здесь, в Вашингтоне. Конгрессмены американские задумались, что делать о ситуации в русскоязычной прессе в Америке. И так как Юрий Рашкин и Руслан Гуржи, славянский Сакраменто, тоже подписывайтесь, представляют русскоязычную медиа, как мы говорим, в США, то что-то последует за этим, я так думаю, да? Но в любом случае, Юрий Рашкин тоже хочет что-то вам сказать. Спасибо Руслану за то, что он прилетел напрямую в Вашингтон, Д.С., прямо из Украины. И мы здесь находимся в этом рядом со зданием, которое напоминает о том, что демократия – это спорт, в котором надо участвовать, друзья. Нельзя сидеть и наблюдать, надо участвовать. Вот мы с Русланом прилетели и участвуем в этом демократии, в свободе слова. И мы будем рады, когда это будет здание отремонтировано. К этому зданию надо относиться с уважением. Это здание было осквернено, и теперь его восстанавливают. И я очень рад, что оно выглядит и будет сохранено для потомков, для всех, потому что это важно. Это очень важное здание для Америки, для всего мира, для демократии. И мы здесь с Русланом. Это прекрасно. Слава Украине! Героям слава! Живе Беларусь! Живе вечно! Живи вечно. Ну что ж, Руслан, что дальше? Передаем привет. Подписывайтесь на канал, жмите лайки. Уважаемому Стиву Дуднику из Флориды. Елена Никитской из Каролины уже теперь.